Хейо, гайс, мишимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls 2. А именно, я сейчас расскажу одну вещь. Дело в том, что я заснимал видео, там уже осталось буквально каких-то 10 минут подождать до конца видео. Но... выбило свет. И я исследовал локацию, аж открыл второй, так сказать, костер. Сразу немножко об этой херне. Если бы кувыркнулся там, я бы траванулся полностью. Оно, видите, оно потихоньку типа спадает, вот этот эффект яда, и все в таком духе. Тут сидела торговка. Тут была девчуля, торговка. Она куда-то ушла, по идее. Она, короче, рассказала то, что... она собирает камешки, все такое. Камешки бывают разного вида. Редкие, не очень редкие. Драгоценные и недрагоценные. По своему материалу, по качеству. Чтобы привлечь наше внимание, она говорит, эти камни даже используются в кузнице. Ага, я смотрю, ты уже наострил свои ушки. И что-то начала там кукарекать. Ну, скажу так, фигура у нее классная. В конце концов, я посмотрел, у нее на продажу... в принципе, ничего такого ценного не было. Там 10 титанита средних. После чего... вот там внутри, короче... тоже торговец. Ну, не знаю, остался ли он тут, там. А здесь, получается, с этой стороны 3 штуки, где можно, так сказать, подобрать. Здесь можно было подобрать... подо мной подобрать. Там вдалеке было 4, там 1. Ну и туда сейчас мы забежим. Этот гигант, он как бы... теперь я узнал, насколько он сильный. Там, короче, вниз, если спуститься, там сундук будет. Приятель наш тоже ушел. А здесь, короче, челик был, который, помните, вот он с кружкой пива стоит постоянно, и на голове у него тоже как будто кружинца огромная. Потом мы заходим сюда, вон как раз красивые девочки. Я вот это все защищал, там тоже наверху можно было подобрать предмет. А я вот это все дело поубивал, нежить. Наверх мы залазим, сейчас покажу. И вот там вон у нас есть переключатель. Он поднимает вот эту херовину, где стенка. Там, где вот эта стена. Объекты, в основном, которые я подбирал, довольно много вот этого было. Душа отважного воина. Короче, души было до хера. А также я подобрал урну порчи. Мне придется, как я понимаю, заново все читать это. Проклятый сосуд, покрытый черным лаком. Взрывается и наносит урон тьмой. Темные искусные порчи запрещено. Посмели ли бы вы наполнить сосуд такой силой? Откуда произошло это искусственно, неясно. И это является еще одной причиной, которые его боятся. Потом я, короче, использовал несколько бомб, чтобы поджечь себе херню. Я купил одну траву. Вот эту. И кинжалы немножко купил. Ну и с вещей мне, по идее, ничего не падало. Падало в... перчатка жрицы. Это прошлая, да, серия была? Но что нам точно падало в это, это... а, нет, вот это как раз упал, перчатка жрицы. Перчатка жрицы, традиционные перчатки клирика Дранглика. Клирики Дранглика на протяжении веков сохраняли свое наименование. Положение при... это было в прошлой серии. Подожди, а что я... в этой серии еще находил. Мне из врага выпало. Капюшон заключенного.
доспех плутаем. Темные поноши. Поноши плута. Кольцо тоже, кажется, было в прошлой серии. Ну, короче, не суть. Мы пробегаем вот эту территорию, когда мы открыли уже верх. И здесь как раз костерчик. Так, а теперь немножечко... Ну, блин, там был один моментик довольно прикольный. Но уже его не будет. А здесь у нас с вами три херни. Три херни, получается, ящерок вот этих драгоценных. Вниз упасть равно смерть. Не советую. Хотя я сюда не прыгал. Но там, скорее всего, пропасть. Там, скорее, если я сейчас прыгну, я пойду туда. А здесь есть проход. С этого прохода мы спрыгиваем вниз. И тут, короче, сундук. А потом жопа боль, потому что я там потерялся. А да ладно. О. Ё-моё! Нихера себе! Чё-то я рано обрадовался со своими поисками. Но это новое место, я туда еще не ходил. Изи. Да ладно, они ко мне сюда идут. Все! Заметьте, они все идут сюда. Я их вижу, как они летят. Ломба-бомба, ломба-бомба, блядь. Чуваки, вы серьезно? Неожиданно. Тогда у меня есть план. Что мы сейчас будем делать? Я их специально завлеку вон туда, там где проход. Спрыгну вниз, там будет только скелет сраный. Но мне скелет не так сделает херово, как все они. И главное то, что они активно толпой идут. Зараза. Хорош. Ну там он и помрет. Пойди, да. Чё, твои дружки тебя здесь оставили?
На самом деле я даже не знаю. А, я понял, куда это ведет. Это оттуда снизу. Значит, он сюда еще должен ко мне. А, он... все, он умирает. Ну слушайте, он очень хпшный. Вот по делам. Ну давай, 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 пошли, пошли, пошли. Сейчас мы их будем выкуривать потихонечку. И туда сходим. Не, ну они на самом деле опасные, типы. Просто минус щит. Безопасно. О, слушайте, а тут много добра, я смотрю, было. Зеленый цветок. Самоцвет жизни. Фимиан. Там, походу, даже невидимая стена. Люлем. Большой осколок титанита. Давайте я сразу проверю. Нет. Просто стена. Большая душа отважного воина. Самоцвет. Фимиан скептика. Осколок титанита. Нечто окаменевшее. Плохая идея, я думаю, туда прыгать. Но чисто спастись от них может быть хорошая идея. Так, что дальше? Рассказываю кратенько. Бежим сюда. Бежим сюда. Так, он помер. Ой, он уже здесь. Безголовый Джо. Это враги этой локации. Их зовут Безголовый Джо. Эти не такие опасные, так как у них меньше хп. Но их не удары довольно сильные. Вот эти херни пуляют как темная эссенция, либо же типа того. Также здесь есть еще сюда проход. Не помню, к чему он меня привел. А-а-а, вспомнил. Вот. Это как раз то, что вы видите у меня сверху слева. Это алтарь света. Вы уже при... Так, дайте медаль света. Медаль света, если вы помните, я ее отдал. Я за это получил две вещи. Первое, это... Где оно? Колечко. Печать солнца, кольцо ковенанта наследников солнца. Кольцо ковенанта наследников солнца немного увеличит атакующую силу чудес. Поколение солнца давно забытая
забытая вера, но когда-то она была широко популярна среди великих воинов. Члены этого ковенанта могут отставлять свои золотые знаки, чтобы их братьям было проще их призвать. Далее нам дали... Если, конечно, вспомню. А я не вспомню. Подожди, может, где-то здесь? Прыжок, ничего, ничего, ничего. Автобег. Так, меню жестов, четверочка. А где мы еще жесты? Я не могу найти. Подождите. Остальное меню. Меню жестов 4, ну. А, короче, мне дали жест восславить солнце. Я не понимаю, почему я не могу, типа, использовать жест. Бац, бац, бац. Ну, в принципе, я как раз за это время, считайте, то же самое вам рассказал, где я был. Где я был и чё почём. А если интересно, эти чудики стреляют... Эти чудики пуляют какими-то бочками. Не бочками, а шарная энергия, она взрывается как ваза. То, что вы видите на полу, ребят, это обманчиво. Там глубина глубокая. И, короче, здесь как раз был момент тот, о котором я хотел, блин, показать, но... Короче, я стоял там на этой лестнице, думал, перепрыгнуть, не перепрыгнуть, думал, ладно, схожу назад, посмотрю путь. И я, короче, подскальзываюсь и падаю вниз. А там, оказывается, ничего. Потом я помню, как я пересрал вот здесь. Типа, ничего, ничего, а здесь... Тварина вот это стоит. После чего я убил вот этого челика. Сломал все вазы, думал, там что-то будет, но там ничего не оказалось. Убил этих. О, и сундук я не открыл, походу. А, сундук я открыл. Просто тут сундучок малеха с ловушкой был. Я его сразу заметил, то, что он с ловушкой. Тут факел постоянно будет валяться. Так, а что меня теперь интересует? Скорее всего, то проходы к боссу. А значит, где-то должна быть призывалка, наверное. Человечность у меня дохера, поэтому я ее использую. Что-то я сомневаюсь, что тут есть призывалка. Склянки с мочой. А одному как-то туда заходить мне... Ну, желание вообще нулевое. Как вариант, я думал, скорее всего,
Вот там? Там что-то есть. А, стоять! До того, как у меня выбило свет, я кое-что... А, все-таки... Вот! Я это забирал уже. Оно сохранилось. Фемен скептика здесь лежал. После чего я приземлился. Поднялся наверх. И мне показалось то, что я... сломал бочки. И я сказал, да, что что-то... ничего не произошло. Но кажется, что-то произошло. Мне показалось, что там вода стекла. Сейчас посмотрим. Да, вода стекла, ребят, проверяем. Окей, тогда вопрос стоит у меня иначе. Что там? Типа, по факту я туда тоже попасть могу. Ну, если что, быстро назад и сюда прыгаю, в эту сторону, да и все. Это ловушки. А я вижу нажимную плиту. Но удивление, что ловушка на него не сработала. Зато сработает на мне. Ой, блин! Вот то, что он без головы, его не видно. Что-то где-то что-то говорит. А возможно ли, что оно может еще взяться? Ага. Ага. Активируется ловушка, пока когда я открою. Души безымянного солдата, осколок титанита. Давайте попробуем. И сразу в бок. А нет. Арбалет. Здравствуйте. Здравствуйте. Подождите, а сколько стоит вообще болты на вас? Арбалетик. Так что у вас урон, я вам скажу, ни хера себе. Ау. А у меня... Да ладно. Хорошо. Так, ну факт того, что мне все равно придется прыгать туда. Тупой даун. Там и стой. И главное, он почему-то не травится. Так, а у меня есть интерес. Посмотреть, а может тут в Ковенанте я могу призвать моего друга этого солнечного. Либо не могу. Ну ладно. Интересно, какой будет у нас босс, потому что колесница была связана с скелетами, тоже было до хера.
ты знаешь. И главное, что... И видите, проблема тоже в чем? То, что здесь нету призыва. А я сейчас потеряю только зря этот свой. Человечность. Вон, ну что, я думаю, в чем проблема? А вы внутри сидите. Буду надеяться, враг не очень сильный. Скажу так. Босс никчемный. Я ждал больше. О, здорово, костер. Надеюсь, больше. Так, главное, чтобы ветер. Если ветер дует, ребята, сразу говорю. Сорян, минус босс вам. Ну, вы все равно этого даже не услышите, если это произойдет. Так, и есть еще проход наверх у меня куда-то. Был, по крайней мере. А заметьте, как сделано. В принципе, ладно. Не к чему доебаться. То, что такое там в воздухе висит. Часть стены. Но так нормально. В принципе, я могу вас сжечь и одолеть снова его. А вдруг внутри что-то есть? А, это я сейчас включу механизм и спущу воду. Да? Ожидаемо. Не впервые в подобной локации. Так, вопрос, это ловушка? Походу нет. Ну ладно. Ясно. Серьезно, он меня травил все-таки. Гамнюк. Ну, в принципе, костер недалеко может сходить. Костричем. Не знаю, кто ты, чел, но я решил не рисковать. Ох, ё-моё, там дерьма. Стоп, а как мне попасть на другую сторону? Все, вопросов нет.
Ну, пошлите наверх, если вы оттуда пришли. О, здорово. Здесь я не допрыгну, сорян. Здорово, приветствую. Щит голема. Щит голема из долины жатвы. Непростое искусственное изготовление голем. Немного что пошло до нас от двух исчезнувших королевств. Обожжевшие яда королевства использовали эти искусством, чтобы заниматься... Чтобы заманивать ничего не подозревающие души. Проклятую долину. Так. Душа алчного демона. Душа алчного демона, желающего пожрать все живое. Есть значит любить. Этот демон охвачен любовью и пожирает все, что... волнует его сердце. Всю свою жизнь он страдает от одиночества, используя душу алчности демонов. Можно что-то. Слушай, мне почему-то такое причувствие, что ты мимик, чел. Если что, беги. Ладно, это не мимик. Но если там ловушка, я... Пика. Пика. Копье с удлинённым древком. Позволяет атаковать врага с очень большого, а значит и более безопасного расстояния. Это достаточно громоздкое оружие, и лучше вооружать пиками группу солдат, а не одного воина. Однако, если вам удастся обойти своего врага, вряд ли у него будет шанс нанести ответный удар. Так, Скарлет, давай, полетели, у нас с тобой, походу, будет супер занятие. Главное не упасть. О, здорово, а это что? Разберись. Зажали, паренька. Так, нет, нет, не иди к ним, они сами придут. Мана здесь большая территория какая-то. Маска голема. И чего вот это? Подожди, так это проходит не к боссу? Подожди, это дымный наёб? Нет, это проход к костру. Отсюда уже можно спрыгнуть. Туда, где я был. Что, отдохнем у костра? Ладно, давайте тогда, думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.